И о спорте. Масштабный фестиваль айкидо прошел в Новосибирске. Участие в нем принимали любители японских боевых искусств не только из России, но и из других стран мира. Подробности в нашем следующем сюжете. Почувствовать соперника, отойти на безопасную дистанцию и вывести его из равновесия, надавив на болевые точки. Как это сделать, новосибирцам продемонстрировали мастера айкидо, приехавшие на международный фестиваль восточных единоборств. В течение 3 дней более 150 любителей и мастеров айкидо из Израиля, Казахстана, Швейцарии и 17 городов России проходили курс обучения у Сихана Миямото Цурудза. Сихан – один из самых почетных титулов мастера японских боевых искусств. Ощущение, когда сенсей заходит в зал, он очень большой, великий, но не знаю, как это сказать, он смотрится прям масштабно, когда тренирует, когда перемещается. В обычной жизни он небольшого роста, как и японцы, наверное, все. Учитель Миямото в Новосибирске уже в 4-й раз. Ученики в восторге от его семинаров, а японский мастер от сибирского города. Прежде всего в городе ощущается сила. Она во всем, в жителях, в архитектуре, в могучей реке, которая протекает через Новосибирск. Энергия, которая присутствует в вашем городе, она очевидна. Если семинары Цурудзе уже проходили в нашем городе, то масштабный фестиваль айкидо впервые. И это не случайно. 2018 год стал годом Японии в России. Кристина Лата, Константин Бухтатов, новости ОТС. К этой минуте все новости. Оставайтесь на ОТС. Хорошего дня и до встречи.